Молодая жительница Рио-де-Жанейро Агата зашла к пожилым соседям со списком продуктов. С ним она идет на рынок, покупает все, что нужно, и возвращается обратно. Так девушка помогает тем, кто из-за коронавируса решил не выходить из дома. Я повесила это объявление у лифта в моем подъезде. Здесь предложение помочь пожилым людям или тем, кто в группе риска. Я езжу для них на рынок и в аптеку. В Бразилии эпидемия COVID-19 началась 26 февраля. С тех пор заболели 1924 человека, 34 умерли, один выздоровел. Пожилые бразильцы считают помощь волонтеров в таких условиях очень важной. Во-первых, нам, пожилым людям, лучше не выходить на улицу, это главное. А во-вторых, это облегчает жизнь. Я могу пойти в магазин, и жена тоже. Но некоторые просто не в состоянии ходить. Они сидят дома без всякой помощи. К Агате присоединилась еще одна волонтерка. Она оставила под объявлением свой номер телефона.